Если кто-то знает, я вот думаю, то ли спеть роман «Сдрогнет ветка», то ли я, конечно, останусь. Сдрогнет ветка, вспорхнет птица, качнется небо. В глазах моих лодка оставит берег, лунный тарелка в дребезги веслом. К счастью, я прощаю все, что знала, все, что любила. Они кричат вслед мне, а я не верю, как вылетело мне до их светил. Здравствуй. Скорсила лето губы плеч, и, не назвавшись, прикасалась нежная и лунная. Это небо столько звезд, и это безымянность. Это ты и этот город, я с тобой останусь. Из неявного
предчувствие льется бесконечность. Обними меня, возможно, но я неизбежна. Благодарна или безграничная, как верность. Александра Арбатская. Большое спасибо, что сегодня пришел. Надеюсь, что после перерыва останетесь, потому что будет перерыв небольшой. Там должен быть готов чай, но я надеюсь, что успели. Вот сейчас лучше чуть-чуть отдохнуть, и все ждем на второй части. Вот Александра Арбатская как раз показала, что она будет такая более гитарная, песенная. И песня у нас три прекрасных, чудесных барышни ждут. Возвращайтесь. Потому что лишнее можно там коробочки для пожертвований, диски покупать и все прочее. Да, материальные ценности сдавайте. А это абсурд, целая. Считаю. Считаю, надо идти чаю. Можно?